что у нашего сознания его способность к наблюдению и к замечанию, к улавливанию чего-то можно сравнить с ведром во время дождя. Угу. Что вот ты вот так вот идешь с ведром, дождь льет, и что-то ты улавливаешь, и что-то ты тут поймал. Ну, и это нормально. То есть не надо стараться поймать весь дождь, пусть он льет. А у тебя все равно вот это вот сознание, ты с этим как с ведром, на какие-то области ты больше обращаешь внимание. И я думаю, со временем, опять-таки, меньше этого не станет, а придет просто узнавание этого процесса, и придет понимание, что это нормально. А придет успокоение от того, что, ну да, я не могу своим вниманием объять необъятное. Даже просто в своем теле, в своем единичном организме я не могу объять своим вниманием все. И это нормально. Я могу заметить то, что я могу заметить. И этого достаточно. Угу. И вот на вот этом достаточно мне очень хочется сделать и большой знак восклицания, и какую-то такую паузу с выдохом. И я не знаю как, но дать каждому конкретному человеку понять, что это очень важно. Этого достаточно. Прямо вот можно утвердиться в этом ощущении. Можно на этом делать паузу. Можно на этом останавливаться. Это сама по себе очень ценная практика наблюдения, какой-то такой навык, который дает качественную медитацию в итоге, да? Что сегодня я заметил, у меня левое плечо чуть выше, как будто бы правого. Вот это мое было, да, например, наблюдение. Я такая, я это заметила. Я помню, как раньше, поначалу, это бы сразу же у меня внутри вызывало вихрь каких-то следующих мыслей. А почему у меня? У меня сколиоз. У меня одно плечо выше другого. У меня напряжение в плече. У меня что там происходит? Да? То есть, а сейчас мне не важно, почему у меня левое плечо кажется чуть выше правого. Я знаю, что, во-первых, это может быть только мое внутреннее восприятие. Только ощущение, которое возникает от моего внутреннего зрения, смотрящего у меня внутрь. Может быть, в реале это вообще... Да. Может быть, наоборот, в реальности. Да. Очень часто так бывает. Это раз. Во-вторых, меня не волнует уже вопрос, почему. Мне достаточно этого замечания, и я знаю, что даже с этим вниманием, даже это отмечание, это достаточное какое-то добро, проявление внимания к моему телу.